Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Південна Корея відправить своїх військових в Україну, а Макрон може повернутися до ідеї відправки французьких легіонів на територію нашої країни, про реакцію партнерів та безпрецедентне рішення КНДР. Говоримо з Романом Світаним, військовим експертом, льотчиком-інструктором, полковником запасу української армії. Пане Романе, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Південна Корея направить військовий персонал на територію України. От що вам відомо? Яка місія буде у цих військових? Ну, а уже направила. Это когда направила? Уже с прошлого года некоторые северокорейские военнослужащие, сопровождающие грузы военного назначения, которые идут в Северной Корее, в Россию, и дальше попадают на театр военных действий к нам в Украину. Эти военнослужащие выполняют боевые задачи. И не только сопровождение, получение рекламации, восстановление, замены, доведение до определенного состояния, то есть боевого в том числе. Это все выполняют, естественно, северокорейские военнослужащие. Заходят миллионы снарядов, заходят тысячи ракет для РСЗО, заходят десятки баллистических ракет КН-23. Естественно, их сопровождают северокорейские военнослужащие. Линейных частей на данный момент еще на линии боевого соприкосновения не было северокорейских, они, в принципе, не готовы. Вот подготовку к переброске уже линейных частей сейчас проводят российские военнослужащие на полигонах. В основном это инструкторский состав, офицерский состав, командиры будущих подразделений, которые обучаются. Они могут быть и на линии боевого соприкосновения, то есть проходить определенное обучение, уже непосредственно участвуя в боях. Но это небольшое количество военнослужащих. В десятках, может быть, в сотнях, но не более того. А это потом они вернутся в Северную Корею, на северокорейских полигонах начнут передавать опыт, полученный уже при выполнении боевых задач на линии боев, у нас на ЛБСе. То есть этот процесс длительный, он уже запущен. Вот на это реагирует сейчас наша разведка, реагирует наше военно-политическое руководство. И, в принципе, те руководители стран, которые нам, с одной стороны, помогают, с другой стороны, тоже прогнозируют участие северокорейцев в будущем в достаточном количестве, которое создаст уже давление на линию фронта. Не сейчас. То есть здесь надо разложить это по нескольким позициям. Идет подготовка, в принципе, где-то к весне, может быть, не раньше, могут появиться северокорейские военнослужащие линейных частей на линии боевого соприкосновения. На линии, почему линейные части называются? То есть на выполнение боевых задач. Но не раньше весны. Это в количествах в тысячах, может быть, в десятках тысяч человек. Вот пока их-то будет тысячи человек, мы их даже не заметим. Когда уже десятки тысяч будут переброшены, вот это уже будет реальная проблема для нас, и надо будет ее оккупировать. Так вот, мы сейчас уже с нашими партнерами и в информационном поле в том числе готовимся оккупировать эти будущие проблемы. Надо подтягивать те страны, которые уже соглашались заводить на нашу территорию свои войска, вот в ответ на готовность северокорейского захода. Это те же страны Балтии, та же Франция, это с десяток стран натовских, европейских готовы были завести. И надо начинать или продолжать сотрудничество со странами-интересантами в уничтожении северокорейских воинов. То есть это с Южной Кореей, это с Японией, это может быть с Тайванем, то есть с военнослужащими, естественно, разведками, производителями военного оборудования, особенно южнокорейского, очень хорошее оборудование, все, начиная от кораблей, заканчивая самолетами. Польша делает, они уже доходят до уровня совместной сборки некоторых позиций. Вот они собирают те же крабы, это ж ходовка как раз южнокорейская, а башня британская. Хорошая САУ получилась. Закупка тех же Т-50 самолетов. Уже вторая эскадрилья закупают южнокорейские самолеты, закупают поляки. И функционал этих самолетов намного превышает функционал тех же F-16, причем в расчете уже на дальнейшее использование там два летчика, кабина на два человека, на два представителя летного состава, то есть в зависимости от задач. Там и оператор вооружений в том числе может выполнять эти задачи. То есть
Вот надо рассматривать и разворачиваться на вот это сотрудничество Южная Корея и Япония. Для нас, в принципе, на данный момент вот даже просто информация о готовности северокорейских войск участвовать в геноциде украинского народа, она уже идет на руку. То есть мы должны это использовать, и в принципе правильно это делается. Наша разведка этот вопрос грамотно подсветила. Ну от те, про що ви вже заговорили, що Південна Корея своїх відправить військових в Україну, свій військовий персонал, як вони це говорять. Чи можна сказати, що ось таким рішенням Кім, такою підтримкою Росії, ескалює ситуацію у себе на кордоні? І до чого нинішній розвиток подій може призвести, на вашу думку? Ну, Кім, Кім у розінь, у нас теж є Кім, вони там всі Кіми, чуть ли не половина корейців, всі Кіми. Это Ким Чен Ын, да, он пытается эскалировать обстановку, то есть, но в основном это направлено, да, что подсвечивает эту эскалацию. На данный момент подсвечивают больше россияне, российские паблики, направлены на внутреннее потребление. Ким участвует, а то Ким Чен Ын участвует в этом, естественно, действии, но оно пока информационное. Почему для внутренней потребления? У россиян сейчас очень большие проблемы с самоидентификацией, это раз, а во-вторых, с видением России вообще в мировых определенных отношениях. То есть от них практически начали отказываться, ну, чуть ли не основные от них и от и участия где-то с ними. Основные игроки, те, которые были, в принципе, пророссийские. Тот же Токаев, мы слышали, как он отказался полностью навсегда практически вступать в БРИКС, даже не видит в ближайшей перспективе и в далекой перспективе участия Казахстана в БРИКСе. Для россиян это удар довольно-таки серьезный по репутации, в том числе отказ с надуманным предлогом удара головой о ванну, не приехал руководитель Бразилии, то есть одна из основных стран, которая поддерживала, особенно в Южной Америке, БРИКС и Россию в том числе, отказался приезжать. То есть это тоже еще один удар. То, что там Турция с Азербайджаном начали из белья выпрыгивать, заскакивать в БРИКС, это вопрос уже именно к туркам и к Азербайджану. Это не принесет Путину больше положительных моментов, чем отрицательные, связанные с Казахстаном и Бразилией. И как-то для того, чтобы эту пилюлю подсластить, сейчас используется именно этот информационный поток участия северокорейских солдат в войне в поддержке России. Не более того, еще раз повторюсь, это информационный поток, направленный на внутреннее потребление, в котором в том числе участвует и Ким Чен Ын. От якщо ми розуміємо, що цих військових, якщо дійсно в такій кількості їх можуть відправити на територію України, навряд чи їх обміняють у випадку потрапляння в полон. От що, на вашу думку, Україні потрібно робити з такими, до прикладу, військовополоненими? Можливо, тут мають знову ж таки включитися наші партнери? Чи може тут, до прикладу, Південна Корея пропонувати там громадянство цим військовим, якщо вони одразу ж без бою здадуться в полон? Чи, можливо, якісь інші варіанти? Яка ваша думка? Ви правильно говорите. Це один із механізмів, як подвигнути северокорейських військовослужбовців уйти в плен і далі вже бути встановленими, або як угодно це можна сказати, переданими Южній Кореї. Один із механізмів. Причому цей механізм ми неоднократно предлагали, поки він ще такий в тяжелому виконанні, але предлагали і некоторым странам или республикам России. Вот, допустим, Бурятия. 50 тысяч бурят сейчас находятся в Монголии. Можно бурят, всех, которые сейчас есть в плену, не обменивать, допустим, потому что они на обмен не идут, они не хотят обмениваться, они не хотят, то есть в отказе от обмена, то есть мы все равно их не сможем обменять на наших азовцев или на наших военнопленных. Их просто передать в некоторые уже бурятские, допустим, организации, которые на данный момент оппозиционные России, оппозиционные Путину, которые на данный момент находятся, допустим, в Монголии. А та же самая вопросы есть в Якутии. Некоторые якутские организации находятся на Аляске, вообще в Соединенных Штатах. Есть такого же рода некоторые организации оппозиционные, которые находятся в странах Средней Азии, то есть это и Татарстан, и Башкортостан, и Северный Кавказ, кстати, в том числе, если смотреть на этот
на этот регион. То есть очень много таких организаций, которые можно передавать вот в таком режиме, как и южнокорейцам, передавать пленных. Те, которые отказываются идти на обмен с россиянами, и намного проще от них, ну, с одной стороны, избавиться, да, то есть чтобы их не кормить, толку от них все равно никакого не будет, а передать вот таким, таким способом, отдать их и начать уже завязывать определенные отношения с уже новыми республиками той же России, на которые будет распадаться Российская империя. Не исключая возможности с Южной Кореей, один из механизмов, как попасть, допустим, северокорейцам в Южную Корею. Это вот так вот записаться чуть ли не в добровольцам и потом, в конце концов, вместе с оружием сдаться нашим войскам. Во-первых, ленд-лиз будет такой интересный, российско-северокорейский. С одной стороны, мы вооружение будем получать. Ну а с другой стороны, спасем жизнь тем северокорейцам, которые не хотят жить под гнетом и в этом концлагере Северная Корея. Это концлагерь, как минимум, для военной обязанности. То есть механізм однозначно треба запускати. Я думаю, цей вопрос зараз рішається. Так, ви знаєте, тут питання, звичайно, стоїть в тому, як комунікувати з цими людьми, тому що вони реально живуть в концлагері, і, на мою думку, що це люди просто з іншого світу, досить закритого і невідомого нам. От питання, чи наші партнери з Південної Кореї, ті, які, як вони говорять, відправляють сюди свій військовий персонал, чи вони нам допоможуть в цій комунікації? Це треба розмовляти з Южною Кореєю. Тим більше южнокорейські влади, вони определені як розпорядителі фінансових і воєнних средств допомоги Україні зі сторони G7. А мало хто об этом говорить, это только из-за того, что некоторые есть лоббисты Китая в наших властных структурах. А Китай ревниво относится к отношениям с Южной Кореей и с Японией. Так вот, надо в унитаз пускать и Китай, и этих лоббистов. А начинать отношения с Южной Кореей и с Японией, прямые отношения, не оглядываясь на китайские хотелки или нехотелки. Как минимум, естественно, вступать в эти отношения, потому что это очень большие деньги. Во-первых, это большие финансы. G7 нам выделила, а распорядители южнокорейцы. И это очень большие военные возможности по производству военной техники, вернее, экономические возможности по производству военной техники, которая может выполнять задачу на нашем театре военных действий. И эти вопросы однозначно надо решать, вплетая туда в том числе и механизм обмена или, по крайней мере, транзита тех военнослужащих северокорейцев, которые вот по такому пути со сдачей в плен будут перенаправляться сразу непосредственно в Южную Корею, а южнокорейцы найдут механизмы, они разберутся с этим, найдут механизмы, как донести в Северную Корею вот такой путь ухода из-под гнета Ким Чен Ына, то есть ухода из концлагеря северокорейского, тем более Корея — это же одна страна, по большому счету, один народ, и там узы, и в том числе фамильные, то есть кровные, так сказать, они до сих пор есть, остались, и коммуникация между родами целыми там однозначно есть. Забросить эту информацию южнокорейцы могут, тем более мы видели, как это делается. Вот последнее время, почему у Ким Чен Ына, в принципе, крышу снесло, если говорить его сленгом, после того, как Южная Корея чуть ли не с помощью воздушных шаров забросала листовками Северную Корею с призывами игнорировать и вообще с вопросами, связанными с управлением Северной Кореи Ким Чен Ыном, то есть этой бандой Ким Чен Ына. И это, естественно, очень не нравится северокорейским лидерам, этим автократам. И на этой почве как раз мы тоже можем подтянуть себе южнокорейцев. Почему? Потому что дать возможность вот так еще поучаствовать в судьбе северокорейских военнослужащих, уменьшив общее количество военнослужащих, которые могут на этом театре, уже южнокорейском театре военных действий по 38-й параллели угрожать Южной Корее. То есть здесь интересантов очень много, и все эти механизмы надо запускать, еще раз повторюсь, отодвинув в сторону, а еще лучше спустив в унитаз, вообще китайские интересы как таковые, Китай, как и Северная Корея, Россия и Иран – это та ось зла, с которой мы боремся, которая в режиме геноцидного уничтожает наших людей.
Ну, от, власне, журналісти на прес-конференції тричі запитали речника МЗС Китаю Лін Цзяня прокоментувати повідомлення про відправлення військових КНДР на територію України. Він мовчав, а точніше відповів, що позиція Китаю, як вони це називають, щодо української кризи, є послідовною та чіткою, і що нібито Китай сподівається на те, що сторони працюватимуть для деескалації і будуть віддані політичному врегулюванню. Тобто така відсторонена позиція Китаю говорить про що? Про те, що конкретно там якимсь чиновникам ще не дали вказівку, як коментувати? Чи, можливо, в принципі Китай зайняв таку позицію осторонь і буде, знову ж таки, споглядати, як ця вся історія закінчиться? Ну, то, що китайці артикулюють, це не важливо. Треба дивитися, що вони роблять. То есть артикуляция – это для окозамыливания, очковтирательства. Это ж китайцы, в конце концов. А делают они, непосредственно участвуют в боевых действиях, передавая большое количество боеприпасов даже через Северную Корею России и передавая большое количество узлов и агрегатов для сборки средств поражения. То количество шахедов, которые сейчас россияне клепают, крупноузловая сборка, оно полностью на 100% практически это производство Китая. Да и шахет сам по себе, это китайский подсолнух 200, именно так он и обзывается. То есть это копипаст через Иран, иранский шахет, а дальше герань, хотя там именно узлы, агрегаты чисто китайские. Это только одна позиция, таких позиций очень много. Потому китайцы непосредственно, еще раз повторюсь, участвуют в боевых действиях, убивая украинцев. А в это время артикулируют попытку одеть на себя тогу миротворца такого. А мы что, против деэскалации? Да, конечно, мы за деэскалацию и за мирные переговоры с теми республиками, на которые распадется Российская Федерация. А деэскалация после восстановления суверенитета, территориальной целостности нашего государства согласно законам и основополагающим документом Организации Объединенных Наций, в которой Китай, кстати, по крайней мере, участвует в Совете Безопасности. То есть, по большому счету, с этой точки зрения артикуляция, она одинакова. Вопрос в действиях. А вот действия, конечно, говорят о том, что Китай непосредственно стоит на стороне России на данный момент, и потому его надо воспринимать так же, как и Россию, врагом, а то може бути ще й більшим ворогом, ніж Росія. На нашій стороні однозначно стоять Сполучені Штати Америки, проте реакція наших західних партнерів, вона така досить цікава. От, до прикладу, Ллойд Остін нещодавно сказав про те, що якщо війська КНДР з'являться на території України, то це викличе серйозну занепокоєність. Але після цих слів, зрештою, таки приїхав до України і навіть надав нам пакет підтримки. От як ви розцінюєте реакцію Сполучених Штатів в даному випадку, і якою вона би мала бути, на вашу думку? Ну, у них ще є одна ступенька. Тобто у них просто є озабоченість, є серйозна озабоченість, є ще одна, і ще ми її не слышали. Очень серьезная озабоченность. Ну, то есть им еще есть куда двигаться в этом смысле по поводу озабоченности. И руководить организацией озабоченных наций. ООН – это же такая же озабоченная организация. А то, что он приехал и с чем он приехал, в ближайшее время будет понятно. Не всегда с хорошим приезжают представители администрации, которые уходят. Мы видели от байденовской администрации очень много победных реляций или там какой-то поддержки, озабоченности, но с определенными претензиями к нашим действиям, во-первых, по восстановлению территориальной целостности и ограничениями по использованию их вооружений, которые нам передают. Потому Ллойд Остин мог приехать с разными, так сказать, посылами. В информационном потоке он заявил о том, что еще привез, большое спасибо, кстати, за это, американскому народу за 400 миллионов помощи. Это новый кейс, по крайней мере, а Ллойд Остин его озвучил. А мог приехать с требованием не бить по тем же российским нефтеперерабатывающим заводам, что, в принципе, мы и не делаем. То есть уже несколько месяцев, а то же, наверное, уже с полгода ни одного беспилотника по российским НПЗ, ни одного беспилотника по российской генерации, энергогенерации не идет.
У россияне у нас выбили все, все теплоэлектростанции, все генерирующие гидроэлектростанции, все нефтеперерабатывающие заводы у нас уничтожили. И как только мы начали этим вопросом зеркально заниматься, тут же всякие Ллойды Остина начали рассказывать, выражать свою обеспокоенность. Потому о чем обеспокоенность, вернее, в чем обеспокоенность Ллойда Остина, будет понятно в ближайшее время. Если через несколько дней навернем по НПЗ российским, то значит, это не это была обеспокоенность. А если дальше начнем сопли жевать, как мы уже живем как минимум полгода, только не мы, а наше военно-политическое руководство живет по принятию решения по ударам по российским НПЗ, по нефтеперерабатывающим, вернее, по нефтеперегонным механизмам, по углеводородке российской, по энергетике российской. Это все военная, вся эта военная структура, работающая на военную экономику России, потому что без электроэнергии, без денег на углеводородку, без производства дизеля, авиационного керосина, естественно, российская армия двигаться не будет. Так вот, этого не происходит. Потому Ллойд Остин мог приехать еще и с таким посылом. Это типа по курсу русского корабля с нашими требованиями. Ну, от, власне, ж сьогодні прилетіло там і по ТЕЦ в Тульській області, але ви праві, що по НПЗ не чули ми, власне, останнім часом якихось прильотів. Давайте поговоримо про реакцію наших європейських партнерів. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив в коментарі виданню, що європейським країнам варто переглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ до України. Ми вже з вами зачепили побіжно цю тему, але от наскільки реально, що відправка солдат КНДР на фронт розв'яже руки європейцям? Этот вопрос может быть решен в пользу, в нашу пользу. Почему? Потому что появился аргумент. Несколько, ну, до десятка стран Европы, которые нам помогают, натовских стран, это страны Балтии, это та же Франция, Испания, Италия, то есть они, в принципе, те же румыны, поляки, даже Чехии, они, в принципе, рассматривают такого рода механизмы. Опять же, в открытом режиме, в закрытом режиме. Но все эти потуги, по крайней мере, к действиям, а французы уже были готовы отправлять часть иностранного легиона, особенно того, который вытурили с Мали в последнее время, с Нигера, россияне те же. То есть они уже были готовы отправлять часть иностранного легиона на нашу территорию для выполнения определенных боевых задач, там, тыловых, инженерных, сопроводительных. И их остановили окриком практически с Белого дома. Байден остановил вообще даже разговоры на эту тему. Ну, по крайней мере, до того момента, пока он не уйдет. Тут осталось несколько недель подождать. Так вот, это действие северокорейцев, то есть возможность использования северокорейских войск на нашем театре военных действий дает уже такой аргумент при продавливании решения по расположению войск натовских на нашей территории, или, по крайней мере, дать возможность некоторым странам самим принимать решение, натовским странам, но самим принимать решение по такому вот роду расположению, может быть, даже с уходом из-под пятой статьи НАТО. Это тоже возможно, там в договорах это все оговорено, как стран, которые в НАТО вступили. То есть, по большому счету, это серьезный аргумент. И сейчас, на данный момент, северокорейцы, ну, нам делают такую услугу, с их точки зрения медвежью, если можно так сказать. То есть дают возможность нам этот процесс запустить или, по крайней мере, артикулировать в информационном потоке с такими запросами, предложениями и продавливать принятие решений. Но еще раз повторюсь, это не будет до выборов, даже, может быть, до инаугурации принято это решение. Но как минимум до выборов точно нет. А вот уже после выборов, в зависимости от того, кому отдаст предпочтение американский народ, на какому из президентов и какой президент, как на это будет смотреть, уже, который возглавит Белый дом, там надо будет эту тему однозначно еще раз поднимать и ее проталкивать. Сейчас идет подготовка, то есть информационная подушка, так называемая, для того, чтобы начать давить уже после выборов. Дефенс Експрес зазначає, що Росія зараз накопичує ракети, аби завдати максимального удару по нашій енергетичній системі. Що вам відомо, що у ворога зараз є в резервах, що вдалося накопичити, в якій кількості, і чи дійсно там росіяни зараз чекають зміни погодних умов?
Ну, это банальность. Если страна может производить и не использует, естественно, накапливать. Ну, то есть здесь слишком все просто в этом смысле. Не используют россияне сейчас крылатые ракеты под разными, по разным причинам, одна из которых это может быть просто простые договоренности, которые дали возможность Путину лайтово переизбраться. Мы же помним эти американские горки, когда 60 миллиардов нам не выделяли, пока Путин не переизберется. Это может быть такая договоренность, вот, да, дать возможность тому же Байдену уйти красиво и дать возможность в Белом доме зайти новому президенту. То есть не доводить, не эскалировать ситуацию, и потому эти договоренности могут сохраняться. То есть тогда нам Белый дом не дал вооружений, мы, правда, потеряли еще часть Донбасса, но Путин лайтово переизбрался, они там захватили одну, другую часть, мы же это помним, некоторые позиции. Но и сейчас несколько недель еще осталось, пока Путин не будет использовать ракеты, накапливая, ну это вопрос, если не используется, то накапливается, распроизводится. А уже что будет и что будет после выборов, как, после выборов в Белый дом, и как Путин будет себя вести, будет уже зависеть непосредственно от сложившейся обстановки. Возможность нанести серьезный удар, то есть примерно повторить то же, что было 26 августа, в несколько сотен летательных аппаратов у Путина уже есть. Она у него появилась где-то к концу уже сентября. То есть здесь да, дальше спусковой крючок. У нас возможность встретить эту атаку и выйти из нее довольно-таки на хороших позициях тоже есть. Плотность ПВО увеличена, количество ракет, которые сейчас нам передается, достаточно для того, чтобы удержать серьезную атаку. Выделенные деньги на укрытие над энергообъектами, они, ну, по крайней мере, выделены и, наверное, должны быть использованы правильно или стырены в зависимости от постановки задач на выделение этих денег. Мы это будем в ближайшие несколько недель видеть. То есть после того, как будет нанесен ракетный удар россиянами, исчезнет эта договоренность, часть ракет будет уничтожена, часть, может быть, какая-то будет пройдет и выполнит задачу, и будет понятно, куда были использованы деньги, выделенные нашим правительством на строительство укрытий наших энергообъектов. Ви говорите про те, що ясніша ситуація стане після виборів у Сполучених Штатах, але ж в той же час Володимир Зеленський говорив про те, що Україна планує другий саміт за українською формулою миру, і на цей саміт там має бути запрошена Росія, там мають дійти певних домовленостей. І цих домовленостей, і результат цих домовленостей багато в чому залежить від ситуації на полі бою. Курська операція, яка зараз проходить, от на якому вона нині етапі? І, до прикладу, чи може Україна зробити щось подібне ще? Я маю на увазі зайти в інші регіони Росії, тому що ну не лише з Курщиною межує наша країна. Любой контакт с противником, кроме огневого, это госизмена. 111-я статья, пожизненный, эта часть третья, пожизненная с полной конфискацией. Потому не знаю, кто там куда кого приглашать будет, но все эти пригласители могут вернуться в Украину и сразу сесть в СИЗО под именно эту статью. Потому большой вопрос вообще в этих высказываниях, а тем более верховного главнокомандующего. Кого-то он не читали, скорее всего, Уголовный кодекс. Почитайте. Там интересные вещи, причем сейчас это можно расценивать как военное преступление, особенно после того, как ратифицировали Римский устав. А там без срока давности. И неважно, через год, через два, через десять этот вопрос будет поднят. И всех, кто контактировал с противником, не огневым контактом, ну, 111-е светит, потому что сотни тысяч украинцев погибли. Не понимаю, о чем вообще речь, а кто там кого куда собирается приглашать, а тем более договариваться с противником о чем. А вот вопросы по созданию буферной зоны, она очень важна для нас, создать буферную зону вдоль всей линии границы. Сейчас у нас линия границы с россиянами до сих пор по некоторым позициям охраняется пограничниками. Типа пограничник с Мухтаром, с собакой и с биноклем друг друга смотрят. 600 километров такой границы. Это тоже какая-то и чья-то договоренность. Кто-то определил такой амфитеатр Донбасс на уничтожение. Мой Донбасс, я оттуда родом.
уничтожили Донбасс. Почему? Потому что вывели именно его как театр военных действий. За Оскольская война, так называемая. За Осколом воюем, там Донбасс начинается, а до Оскола грибочки собираем с цветочками. Вот примерно так выглядела у нас граница с Россией, тем более северное направление на Москву. Вот кто это, интересно, договорился? Кто с кем так договорился, что там воюем, там погибаем, а тут грибочки с цветочками? Так вот, у нас это часть границы от Беларуси до Оскола. Она должна быть тоже как линия боевого соприкосновения, линии фронта с определенной системой, полосой обеспечения, минными полями, фортификациями и так далее и тому подобное. Это лучше все располагать на российской территории. То есть так называемая буферная зона. А глубина буферной зоны оптимальная 50-70 километров. Если считать по Курской области, это практически до Курска, левый берег Сейма. Та же самая картина и по Брянской области, то есть нам надо создавать такую же зону, как минимум по левому берегу, а то, может, и по правому Десны, доходить до истоков, то есть двигаться в сторону Брянска. Ну и, естественно, Белгород, как минимум Белгородская область, для того, чтобы обеспечить безопасность тому же Харькову и направлению на Харьковскую область. Полоса должна быть где-то до Белгорода доходить, примерно такая. То есть однозначно надо планировать заход на российскую территорию по этим позициям и созданию этой буферной зоны. Потому это все еще впереди. И Брянская область, и Белгородская область. Мы граничим с 5 областями России. Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская. В свое время, естественно, дойдет очередь еще и до Воронежской и Ростовской областей. Тем более нам освобождать Донбасс можно всего лишь единственным путем – выходом на Ростов вдоль Дона, то есть обходом Донбасса по востоку. Вариантов других в лоб нет абсолютно. Почему? Потому что слишком большие потери будут, если мы полезем в Донецкие горы, если можно так сказать. Превышение там 300-350 метров – это старые горы. Потому их лучше отрезать от России, обходя с востока. Это по Северскому Донцу, по тому же Дону и дальше на Ростов с севера на юг до Азовского моря, беря под определенный контроль часть Воронежской, часть Ростовской областей. Но это перспектива, ну, где-то 3 лет как минимум. То есть сначала Крым, потом только Донбасс. Пане Роман, ну, на цій давайте, напевно, що такий оптимістичні, напевно, що ноті завершимо нашу розмову. Я дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого стріму. Роман Світан, військовий експерт, літчик-інструктор, полковник запасу української армії. До свидания.